Актюбинцы активно продолжают присоединяться к республиканской акции «Безбергемис». Сегодня сотрудники одной из местных компаний подготовили 210 продуктовых наборов для нуждающихся семей. Из них 30 семей инвалидов. В продуктовые наборы были включены самые необходимые продукты питания и овощи для укрепления иммунитета. По словам участников акции, один набор вышел на 13 тысяч тенге. К слову, продуктовые наборы были куплены за счет средств компании. Отметим, такую помощь нуждающимся компания оказывает не в первый раз. До этого мы провели еще одну акцию, тоже был с Бергемос, но там мы выдали около тоже где-то 300 человек. Где-то. Хотя мы уже сами, наши семьи, сами организовали. На этот раз нам помогают акимат города Актобе. Спасибо вам большое. Пусть Всевышний увидит ваши благие деяния. Для нас такая поддержка очень много значит. Я одна воспитываю троих детей. Старший 18 лет, младшему 8. Двое из детей инвалиды. Младший ребенок болеет ДЦП. Бывает очень трудно, особенно зимой. Очень холодно.